для кошки эмоции человека. С собаками все предельно ясно. Они открыто выражают радость при виде хозяина и могут пожалеть его в минуты грусти. С кошками все не так однозначно. Они индивидуалисты, и совершенно не ясно, что чувствует кошка в тот или иной момент. Эмоции кошачьих не так прямолинейны, но они точно есть. Как кошки чувствуют наши эмоции? Когда кошка находится наедине с незнакомым человеком, она остается равнодушной или принимает оборонительную позицию. Никто не задумывается над этим. Всем и так ясно, что животное инстинктивно защищается. С хозяевами, членами их семьи кошки ведут себя совершенно иначе. Они могут тереться об ноги, запрыгивать на колени, но делают это не всегда. Как кошка выбирает нужный момент? Как понимает, что ей не рады? Ответ прост. Мозг кошки развит достаточно, чтобы понимать нашу мимику, жесты и анализировать их. Это не значит, что они способны сопереживать, но совершенно очевидно, что зверек учится во время совместного проживания определять настроение своего владельца. Впоследствии коты сопоставляют наличие или отсутствие улыбки на лице человека, чтобы выбрать собственную линию поведения. Замечено, что коты гораздо охотнее идут на руки к улыбающемуся человеку. В этот момент глубокие лицевые мышцы расслаблены, внутреннее напряжение отсутствует, и коты понимают это. Самые умные коты с годами начинают тонко улавливать даже суть жеста владельца. Совершенно ясно, что истоки чувствительности кошек восходят к эпохе их проживания в дикой природе. Именно приспособленческий навык дал возможность виду выжить в первобытный период. Реагируют ли кошки на грусть человека? Принято считать кошек большими целителями. Частота мурчания кошки составляет 24 Гц, чего вполне достаточно, чтобы сбалансировать энергетический фон больных органов человека. Дело в том, что кошки прекрасно чувствуют частоту вибраций от нездоровых клеток и пытаются выровнять их. И именно поэтому коты ложатся на больные органы хозяев и спят с ними в период болезни. Природа понимания глубокого эмоционального состояния владельца носит тот же характер. У нас грусть часто наступает после сильной стрессовой ситуации. В этот момент человеческое тело вибрирует совершенно иным образом, что хорошо считывает кот. Милым урчанием и мягким массажем лапками он старается нормализировать энергетическое состояние своего любимого владельца. Эмоции у кошек. Кошки не так очевидно проявляют свои собственные чувства, как другие домашние животные, но совершенно ясно, что они тоже испытывают любовь и привязанность к своим домашним. Самый яркий пример – кошка радостно мурлычет и трется об ногу, когда хозяин приходит вечером с работы. Она наверняка ложится с ним спать и даже вылизывает кожу и волосы. Так кошка помечает своего и дает знать окружающим о собственных предпочтениях на понятном ей языке. Примечательно, что в момент появления крошечного котенка в доме он выбирает себе любимого человека и испытывает к нему большую привязанность. Здесь нет никакой мистики. Критерием выбора для котов становится более приятный тембр голоса, запах и температура тела. Больше всего животным импонируют спокойные и медлительные люди. Что касается проявления собственных чувств, кошки не так скрытны в момент собственного раздражения. Понять, что кошка испытывает агрессию, очень просто. Она выгибает спину, шипит, показывает когти, машет хвостом. Особенно опасна кошка, которой пристально смотрят в глаза. Для них это признак прямой, неприкрытой угрозы, поэтому стоит быть более осторожным. Многие кошки очень обидчивы и даже мстительны. В ответ на равнодушие или пинок они могут сделать лужу или перевернуть вазу с любимым цветком. Оставленные в закрытом доме кошки, даже если за ними ухаживают соседи, очень тоскуют. От скуки животное может метить вещи хозяина и причинять другие неприятности. Несмотря на видимую отстраненность, кошки совершенно не переносят одиночество и нуждаются в ответной ласке. У меня есть кот Грелка, кот Мурка и Шипелка, кот Прыг и кот Пляс, кот Профиль, кот Фас. А у вас? Мы весьма похожи внешне, потому что мы семья.
Кот пушистый, белоснежный и пушистый белый я. Сплю с котом, а без кота ситуация не та. Неуютно, не пушисто, не мурмурно без кота. Монолог в прихожей, почти стенографическое. Так и знала, вновь у нас бедлам. Что притих, усатая ты морда? Кто опять носился по столам? Сбрасывая на пол все, что можно. Кто на кухне шторы оборвал? Кто нагадил возле унитаза? И не трись у ног моих, нахал. Не коси умильно желтым глазом. Кто котлету сунул под комод? На пол уронил горшки с цветами. Тагедымский конь ты, а не кот. Зайчик мой, иди на ручки к маме. Однажды кот завел меня. Мол, для души, для развлечения, для ласк и лакомств получения, в конце, в начале, в течение его сиятельного дня. И кличку сам придумал мне, без моего на то согласия, и отзывалась лишь на Вася я, весь день сплошная катавасия, а кот доволен был вполне. Но после вдруг ушел в окно, меня оставив беспризорную, всю ночь ждала его покорная, и было небо темно-черное, кошачьих звездных глаз полно. А как считаете вы, понимают ли кошки эмоции человека? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. Если вы не зря провели время на моем канале, ставьте лайк. Еще не подписаны? Обязательно подписывайтесь. И чтобы не пропустить новые выпуски «Живой планеты», жмите на колокольчик под видео. До новых встреч, друзья! Берегите себя и братьев наших меньших!